угадываем вместе с нашими прохожими строчку из известной песни с 5 букв. Соглашайся, у меня хорошо, пойдем. Все уже с наушниками, привет, как зовут? Марина. Это строчка из очень известной песни. Называй буквы, если они есть, они появятся, тебе будет проще угадать. Поехали. А. Буква А. Все А говорят, знаешь? Еще какой-нибудь. В. Б. В. Буква В. Да проходите, ничего страшного, мы просто тут передачу снимаем. В хорошая буква, смотри, как много тебе подсказочки еще. Буковка И. И как Инга, меня Инга зовут, проект Инга здесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы, колокольчики, вот это вот все. Б. Ну ты уверена? Нет. Еще какие-нибудь, там в конце алфавита тоже есть буквы. Я. Я? Да. Ну давай я. Н. Буква Н последняя, уверена, да ты, что она? Да. Ну она хорошая, она нам подходит. Yes! У тебя 30 секунд. Смотри, медитируй на эту песню. Ты медитируешь? Бывает такое? Я не успеваю. Да я тебя не отвлекаю. Ты думай. Я сейчас в универ иду вообще. С наушники-то хочешь? Да у меня мои есть. Ну давай тогда просто кайфанем. Попытайся. Вот вдруг оно сейчас свыше откуда-то придет. Я не буду подсказывать, что это группа исполняет. Не буду говорить, что она из Казани. Буду стоять молчать. Но я под нее танцую. Это любимая песня моей дочери. Я думала, легче будет. Ты думала, легче будет? Да. Ну, под что можно при... Я уже опоздала. Ну, на! Тут очень громкий звук. На всю нам мешает тут. Это подсказка. Я знаю. Подсказка. Ночью соседи такое будет. Ну, дайте. Я не знаю, честно. Смотри, правильный ответ. А, это было мой. Изи. Нет, я не слушаю такое. Спасибо тебе, Марина, до встречи. Спасибо, все, до свидания. Живи, кайфуй. Здрасте, давайте поиграем. Ну, я старалась, как могла.